Ребята, продолжаем роличек. Как бы предыдущую часть я остановил случайно. Фу, ребята, я так перепугался. Честно сказать. Короче, у меня эти кнопки не работали. Я не мог ни в машину сесть. Это у кого такой баг был? Пишите в комментариях. Так, ладно. Сейчас тогда чего? А я что хотел сделать? Я хотел завести мотор. Я уже тут немножко покопал, ребят. Это, так сказать, та серия, будем считать, закончена. Новая серия, так что, ребята, всем привет, посмотрят ее. Сейчас мы тут мыши перестановочки сделаем и заправим нашу технику. Просто из-за этого бага я не смог ничего сделать. Хотел запись остановить, как бы, ну, с паузы снять и попрощаться с вами, что как бы на этом. Чтобы вам доказать, что у меня был баг, ребята. Как бы, ну извините, я случайно остановил запись. Так что верьте мне на слово. У кого был баг, короче, пишите в комментариях. Я не мог ни в машину заехать. Здесь такой, наверное, никакой техники пользоваться не мог. Я мог только вещи подбирать. С чем этот баг был связан, я вообще не могу понять. Так что поехали. Сейчас наш генератор заправим. Да, я думаю, его остановим, пусть он отдохнет, наберется сил. Странно, мы его починили с вами, такое ощущение, что мы что-то не дочинили, ребята. Кто знает, пишите в комментариях. Так, давайте его заправим. Буль-буль, все, слава богу, все заправляется. Так. Часто по боку. Хорошо. У нас, как видите, 40 унций. Но было чуть больше, было 50 унций. Что мы сейчас поедем. Зальем магнетит в наш прицепчик и выльем его. И сразу же его надо пригонять. То есть все сделаю с кадром, чтобы хронометраж не растягивать больше, чем на 50 минут. Потому что у меня уже предыдущий ролик уже 50 минут имеет. Так что тут чуть-чуть будет все. Так, залили. Генера. Да, проводам я вам тут хорошо. Генератор у нас заправлен. Сейчас поедем к бочке. С водой. Короче, тут переделать кое-что хочу. Чтобы у нас как бы немножко по-другому все сделаем. Так, пусть молотит, в принципе, не критично. Так, смотри, что мы сейчас сделаем. Мы вот этот отсоединяем. У нас машины... Нет, случайно, нет. Значит, ладно, принесем. Его вот сюда оттягиваем. Вот так примерно кладем. Берем вот этот вот... Ну вот опять... Чего не соединяется-то? Или вот там надо отсоединить сперва? В принципе, разницы-то, я думаю, нету. Ну, давайте отсоединим. Да, наш, по-моему. Да. А подсоединю ли я потом его сюда? Вопрос. В чем прикол? В чем прикол, ребята? Можно же, по идее, или этого нельзя. Так, ну, в принципе, вот так вот. Сейчас мы этот сюда подсоединим. У нас чуть-чуть длиннее будет, конечно, но... Где он? Где он? Вот. Сюда вот. Чупинг. К этой точке. А помпу? Мотопомпу. Вот эту. Мы подсоединим этим же хоботом, ну, да. Так, колесо. Как обычно все выбегает. Вот, да. Тут просто у меня баги были. Капот, как вы помните, у меня улетел. Прилетел обратно. Ну, как всегда. Почему?
Сейчас всю технику обслужим. Поеду продам золото нафиг. Магнетит, золото. Ну, все остальное, ребята. Ролик будет маленький. Ну, в полчаса, может быть. В 15 минут, может быть. Просто я вам хотел сделать, да. Ну и покажу вам, что у нас там уже есть, как бы. Что в планах. Конечно. Зубья, блин. Ну почему? Не надо их, короче, знаешь, что я так думаю? Тот прицеп. Надо еще один будет такой же прицеп купить. Привезти его сюда. А, вот они, господи, чуть теряюсь-то, господи, волки завыли. Как это красиво. Так, сейчас опять потеряюсь. О, все же подобрали. Не знаю, из-за чего, может, забаговалось она у нас, короче. Я ничего не смог сделать, ребята. Просто игра забаговалась. Сейчас пока езжу, включим генератор, чтобы у нас помпа. Сейчас переподключим, конечно, все. Все, да? 3%, ну, чуть-чуть. О, поехали в это тогда. Так, экскаватору лучше таким макаром ехать. Кстати, сейчас, ладно, поехали. Сейчас все обслужим, хотя бы на 90%, чтобы оно все было заправлено. Я сейчас больше у нас тут проезд, да, к экскаватору и к пыску. К золотодобытческому. Сейчас вернусь, пацаны. Так, ну что, продолжаем. Надеюсь, выехать смогу сюда, да? Ну вот, короче, что у меня декоративный голову пошарят. А сейчас я вот здесь буду все это раскапывать, участок. Потом бульдозером все это выравнивать. Выравнивать вот этот сейчас участочек. И вот там у нас будет как раз хороший съезд туда вниз. То есть сюда мы потом заедем, опять подкопаем немножко, чтобы снизить площадку, чтобы помягче был съезд. И будет просто топчик у нас с вами съезд. Так что вот. Чтобы нам не ездить какими-то окольными путями, а нормально выезжать. Так что, ребят, сейчас мы едем с вами к ангарчик наш. Ну, сейчас здесь проедем, покажу, вон где у нас будет. Ну вот у нас будет выезд, вот он. Где фары светят, наверное. Тут, наверное, глубоко копать еще придется, но... Я думаю, нормально будет место, так что поехали, ладно. Да, здесь будет этим... Там этим проехать, за бульдозером снизу проехать, так. Ладно, 4 ведра пусть катаются со мной. С этих шлангов очень много. Один возьмем, пока нам один нужен будет.
Здесь маленький бардачок у нас. Так, не поправил. Ладно, ребята, сейчас тогда... Давайте сделаем немножко пикапчик, заправим, я так думаю. Отсюда прямо. Там совсем чуть-чуть возьмет и... Большую часть бочка возьмет, конечно, она в себя всосет, прям как пылесос. Да. Ну ладно, ребята. Короче, увидимся с вами, когда у меня будет чуть побольше чего-нибудь. Либо золото, либо денег. Я еще просто поеду еще в магазин, братан, посмотрю, что я посмотрю. И там увидим. Так что давайте, ребята. Жду. Скоро будете, ждите здесь. Ладно, ребята, буду дальше копать. Угу. Да, понемножку не так промощный, конечно, агрегат поставить. Ну ладно. А, мы там есть еще. Угу. 23%. Сейчас немножко сравняем. Потом запустим бульдозер. Бульдозером все выровняем. Мотор пустящий сервер. Так что давайте подписывайтесь, ставьте лайки и так далее. Все, ладно, машина подействует тогда. Ведра у нас здесь есть. Сюда, короче, 4 сейчас выгрузим, вот раз. 4 ведра, короче, при намываре, это не по 3, как раньше. 4. Так и не понял, что с этим фильтром делать. Купил стропы снова, потому что куда-то пропали. Ну вот 4 ведра красномоем. Ну все, ребят. Я все буду делать за кадром. Так что не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые ролики или же стримы по этой игре. Вот такая у нас с вами серия маленькая. Ну я говорю, сейчас этот копать будем все это дело. Углубляться здесь опять выравнивать буду все это дело. И как раз, видите, у нас получается, как раз мат еще подровняем, под утопчем, так сказать. Ну будет спуск хороший с вами здесь. До земли его грызть не буду, чтобы у нас склон был хороший. Ну все. Когда уже будет помощнее, мы уже в другую часть сейчас уйдем. Продадим лишним за машины. Оборудование, так сказать, лишнее продадим. Так что ладно, ребята. Всем хорошего дня. До новых встреч. Всем пока. Ну, давайте сейчас еще кое-что вам покажу.
короче, я принял бочку с магнетитом сюда, потому что поставил вот так вот развитые линии. То бишь теперь у нас есть. Что за баг я не могу пойти? Я его починил вроде бы. Все кнопочки работают, все норма. То бишь. Оп, чисткое. О май гад. Вот это мне не надо бы. Куплю армированную. Пусть это дорого выйдет, но зато, блин, долго прослужит. Подтянет, это у нас что-то она быстро выдохлась. Ладно. Сейчас будет не очень все удобно у нас, ребят. Но так, хоп. Сюда чипунька. Подключили. Я сказал, подключили. Для этого придется вот это отключать. Сейчас тут гемора, конечно, будет. Там только эту подключать. Все. Вот так вот работает. Хочу сказать, что ты ну ладно. Тут у нас зопа. Надо еще один шланг кинуть. Точно, вот сюда шланг кинуть, чтобы нам с вами отсюда просто переключать. Точно, это хорошая идея. Ладно, это сделаем. Ладно, ребята, давайте. Пишите что-нибудь в комментах. И напишите в комментариях, почему мы с вами починили все пробки, все же кнопки на месте. Ни одной нет сломанной. Как будто бы сломано. Что может быть сломано вообще в нем? Я не знаю. Может наверху что-то там? Нет. Нет, здесь нечем ломаться. И на трубу. Вот у нас все почти подключены агрегаты.
Были бы вот такие еще разведчители на большое напряжение, было бы круто, конечно. Ладно, ребят, давайте. До новых встреч.